что-то, значит, его не должно. Мы должны были жить, а как попасть? Не сказать, что это прям вот драчка такая, вот, но и не сказать, что это просто развлечение. То есть это френдли регата, скажем так. Спортивная, но такая, где собираются знакомые, близкие люди. То есть это не Кубок Америки, там не официальный чемпионат России, где там каждый друг другу враг. Вот. Здесь все друзья. Город на причале. Сейчас кран будет переставляться. В этом году у нас несколько классов. Дракон. Это вот те яхты, которые только сейчас опустили на воду. Первые драконы, которые пришли. У нас еще будет класс Фин представлен. Класс СБ-20. И крейсерские яхты, четвертонники, ну и детские, ракета 270. Вот, собственно, все классы. До 40 вымпелов мы ждем.